Пицца свободы. Амстердам. Праздновать Новый год. Первая остановка. Ну ладно, она не первая, но как бы первая. Здравствуйте. Ты снимаешь нас? Да, о, мне принесли мой заказ. Смотрите, какой мартини я купила. И вот вообще наша компашка. Ты будешь? Да. И еще я встретила кого-то, кто был с нами. Забыла где. О, в этом, в Барселоне. Больше веских причин. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы впирать тебе до конца верить. Но вспомнить не замечают потерь. Их все еще ставят, как слеза матери. Два типа людей. Они могут прощать даже. Остановились покушать, уже вечер, мы целый день в дороге. Тут такая красивая елка. Потому что послезавтра Новый год, еще фонтан. Утром мы в Польше и уже позавтракали, вот наш светский стол. Отправляемся на выселение. Покажу наши чемоданчики. Наш отель, я. Вот. Добрались-то мы до Берлина уже. Это у нас Берлинская стена знаменитая. Пираты с Берлина и набережная. Ага. Евротрипс тоже тут. Много туристов тоже. Да, надо было сюда ехать. Центр Берлина. И мы идем искать, где покушать и выпить вкусное берлинское пиво. А кто-то просрал 150 евро. Как это получилось? Расскажи интервью с горячей точки. Ты просто лох, все, что ты скажешь. Ага. У вас модули как школьник. Ну ладно, бывает. Умничка. Они заказали самое вкусное пиво. Для нашей группы уже забронировали места. Но мы пришли самые первые. И ничего не понимаем меню, потому что на русском ничего нет. Есть. Есть? Да, наебало, подписывайся. Если пиво. Вы посмотрите, какой красивый закат сегодня в Берлине. Прям солнышко нас порадовало. Просто пушка. Мы уже пришли заказывать ресторанчик. Вот тут мы были. Яна что-то фоткает. Ну, закат явно. Ты закат фоткаешь? У нас очень интересный турист. Он не с нами. Пойдемте дальше. Дальше сколько можно? Смотрите, как красивый. Нет национальности, на всех языках. Санта полетел и чуть-чуть застрял. О, назад едет Санта. Представляете, это магия Берлина просто. И чтобы в этой империи было достойное здание, по его инициативе строится Рейхстаг в 1894 году. Так, тут у нас вид смотровой площадки 24 этажа. Прикольные офисы, все видно с подсветкой. Мы добрались на 24 этаж за 20 секунд. Представляете? Самый быстрый вообще мой катапульт наверх. Такая иллюминация новогодняя, что мы решили сюда прийти пофотографироваться. Hey.
всем доброе утро, а мы уже в Амстердаме, и тут тот самый отель Кран, который стоит, самый дорогой в Амстердаме, короче. Смотрела Орел и Решка перед выездом просто. Потому что самая частая штука — можно словить панику. Прям вот начать бояться абсолютно всего. Во-первых, не бойтесь. Паника — это нормально. Во-вторых, сладкое. Всегда спасает сладкое. Шоколадку предварительно купите. Цитрусовые очень хорошо помогают. Во всех магазинах больше всего продается свежевыжатого апельсинового сока. Почему? Помогает. Молочко еще помогает. То есть предварительно, особенно если это будет ваш первый опыт, запаситесь самой сладкой шоколадкой, которая только найдется. Вот, но давайте отвлечемся немножко от травки. Мы с вами находимся на Харлемском мосту. И это действующий шлюз. Каким образом город защищен от наводнений? Напоминаю, у нас море выше нас. Изначально это было с помощью системы шлюзов. То есть они закрывали. И все шлюзы всего в городе 14 штук, они все действующие. Открываются вручную. Посмотрите. Ну, мой любимый, самый прекрасный в мире город. Амстердам! Просто вот сегодня 31 декабря. И вот такая прекрасная погодка. Просто. Посмотрите, кем я стал. По дороге в Амстер, по дороге в Амстердам. Амстер! Так как в прошлый раз я не попробовала селедочку, буду пробовать в этот раз. Знаменитое амстердамское блюдо. А я в России готовлю сок фрозы Нового года! Доброе утро, Амстердам, день вам. Мы сейчас на пароме с северной стороны переплавляемся в центр Амстердама и будем ездить на велосипедах. Сегодня все в тумане, просто ничего не видно. Вчера все было так солнечно, ярко, но я вчера не снимала. Вот все тут передвигаются, каждые полчаса ездит паром с одной стороны в другую. Мельница. Вы уже все на великах у нас. Прикиньте, первый корябой на великах. А, мы сейчас прям сюда сейчас. Волшебненько. Каток, елка. Вот тут были в том году буковки Амстердам. Их убрали, потому что как же красиво. Мои доллары. Я буду по вам скучать. За каждое желание кидаю баблишки. Улица, улица, улица. С фонарями красными. Вот это номеручи. Просто рум-тур по нашему мега-крутому отелю. Это у нас такой отель в Германии. Просто нереально красиво. Всем привет. Веду трансляцию из отеля нашего в Германии. И он просто мега-идеальный. Не знаю, все настолько придумано до мелочей, что даже над кроватной USB для зарядки телефона. Мега-мягкая кровать, у нас немного срач. Стойка, вид из окна просто нереальный. Вообще крутой отель.